Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео от компании Fusion Technologies небольшой обзор на текстуру LW016D. Текстура называется Zebrano. По настройкам, как с ней работать, сейчас покажем более подробно. Отрежем несколько кусочков, попробуем на разных базах. Делаем тест на рабочую сторону. Ну, эта текстура характерна тем, что глянцевая сторона идет кверху, матовая кладется на воду. Чтобы избежать скручивания, делаем небольшие вот такие надрезы по всем четырем сторонам нашего отрезанного куска и кладем на воду. Так, положили на воду наш отрезанный кусок пленки. Обязательно засекаем время. Температура воды у нас 27-28 градусов. И выдержки на воде при этой температуре около 2 минут будет достаточно. Если вода чуть более прохладная, немного увеличиваем время выдержки до 2,5 минут. Активатор. Манометр SATA, рабочее давление 1, краскопульт ДЮЗа 1.3, HVLP, подача материала 2,5 оборота. Итак, прошло у нас 2 минуты, наносим активатор. Ждем 10-15 секунд и можно печатать. Отпечатаем сначала на белую базу,